Не идем, а катимся. В ледовый каток превратились пешеходные дорожки в центре областной столицы. Тверичане пожаловались на невозможность прогулок по центру города. Почему это опасно для здоровья, узнала наша съемочная группа. В редакцию нашего медиахолдинга стали поступать жалобы от жителей города на состояние пешеходных дорожек. Дело в том, что подтаявший вчера снег ночью превратился в лед. Добраться до работы или учебных заведений многим тверичанам сегодня было проблематично, так как некоторые дорожки не были посыпаны песком, причем в центре города. Пешеходный тротуар в самом центре города на Тверском проспекте превратился в самый настоящий каток. Не хватает только коньков. Чтобы пройти этот маленький участок дороги, необходимо идти в буквальном смысле миллиметровыми шажками. В разных частях Твери установлены контейнеры с песко-соляной смесью, но, увы и ах, по всей видимости, их открывают нечасто. Свидетельство этому – голый лед в центре города. А открывать бы их не мешало, хотя бы потому, что утром в понедельник прошел ледяной дождь. Большинство тверичан недовольны состоянием тверских дорог в зимнее время. Очень скользко, как на лыжах еду. Очень даже скользко, вообще ужас, кошмар. Потихонечку, маленечко, да. А тем более сапоги, знаете, подошва скользкая, это ужас. Скользко, достаточно скользко, особенно на трехсвязкой. Не упали? Не, не упали, но я видел, что достаточно много людей падало. Скользко. Обувь надо нормальную, чтобы она была по сезону. Вот, ну и чего, наверное, посыпать? Ну, скользковато, конечно. Если вам есть чем поделиться, хотите высказать свое мнение или рассказать о проблемных ситуациях, просто поделиться наболевшим, пишите нам в редакцию.